Добрый день, мои друзья! Снова проходит один год и начинается новый. Некоторые люди боятся будущего, переживают. Много печали в жизни есть, но и много радости. И теперь вопрос, что принесет нам новый год? Я большой оптимизм и верю сильно в хорошее. В хорошее и светлое Бога, хорошее и светлое в сердцах людей. И спрашиваю ангелов, что они думают, что принесет нам Новый год. Я вижу по этому вопросу, Архангел Гавриил передо мной в прекрасном белом, желтом цвете сияет с открытыми крыльями и руками и показывает вперед на прекрасную большую дорогу в светлый путь. И говорит, все перед нами сияет. Помощь ангелов, сила небесов всегда на нашей стороне. И мы можем еще больше этой небесной помощи открыться и принять эту сильную, любимую энергию. Мы сильные люди. И вера имеет тоже огромную силу. У нас есть возможность верить в страх и все разрушать, или верить в любовь и все настраивать на хороший путь. Нам всегда нужно верить со всего сердца в себя, в наших дорогих и в путь Бога. Будущее приносит много света, много разных идей. И ангелы нуждаются прекрасными людьми, которые чувствуют доброту, которые приходят в спокойствие, которые чувствуют их откровенность и теплоту в сердце, которые чувствуют Бога, которые знают, что все хорошее, что они думают, что они чувствуют и что они делают, развивается и сбывается. Дорогие, верьте каждый день со всего сердца свой сильный путь, свое светлое будущее наших детей. Радуйтесь, празднуйте каждый день. Бог — милосердная сила, спокойствие и доброта, и любовь. И чем больше мы через все опыты жизни у нас чувствуем спокойствие, доброту и любовь, тем ближе мы к силе Бога, тем сильнее мы с каждым днем и с каждым опытом. Я поздравляю всех от всего сердца с Новым годом, с новым счастьем. И я знаю, что будет все только хорошо. Приглашайте любовь и счастье в свои сердца, в свою жизнь, в свое творчество.